Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 23-го тура английской премьер-лиги Брентфорд-Вулверхэмптон. Встречаются 14-я и 8-я команда АПЛ текущего сезона. В матче предыдущего тура Брентфорд по всем статьям проиграл Ливерпулю на Энфилде 0-3, а среди недели пропущенный матч 17-го тура дома МЮ 1-3. Первый тайм закончился по нулям, причем предпочтительнее в нем смотрелись даже хозяева, но в тайме втором более высокий класс МЮ дал о себе знать. Вулверхэмптон разобрался дома с Саутом 3-1, хотя привычно играл вторым номером. Счет хозяева открыли с пенальти, во втором тайме затолкали мяч в ворота святых после подачи со стандарта. Уорд-Праус пушечным ударом в девятку возродил интригу в матче, и у святых на последних минутах был убойный момент, чтобы сравнять счет, но мяч попал в перекладину. В итоге Траоре забил третий гол в контратаке и снял все вопросы о победителе. Очные матчи. В последних 10 очных матчах у Вулверхэмптона 5 побед при 4 поражениях и 1 ничьей. 7 из 10 матчей были на обе забьют нет, 7 на тотал больше. Последние 3 очные матча были нулевые. Смотрим угловые удары. Брентфорд дома подает менее пятерочки в среднем, но если брать количество матчей, то их будет больше в красной зоне по той причине, что Брентфорд, если играет по низам, то подает очень мало угловых. Последние 2 тотала были выше средних значений. Вулверхэмптон на выезде подает примерно столько же, сколько пчелы дома. Последние 3 выездных тотала были красными. В очных матчах команды подают много угловых, от 10 и выше. Сводное среднее значение по угловым в этой паре на поле Брентфорда составляет 10.57. Здесь можно пойти против тренда и взять низа. Очень уж много верховых результатов по общим тоталам набралось у команд. Между тем, обе отподавали в своих последних матчах выше своих средних значений. Чаще в таких случаях у обеих потом идут низа. Поэтому можно играть тотал меньше 9.5, коэффициент должен быть очень хорошим. Смотрим желтые карточки. Брентфорд дома играет чаще на 1-2 горчичника, но в последней игре был 0. Поэтому можно ждать парочки от хозяев. Последние 4 домашние тотала у Брентфорда не превышали 4 желтых карточки. Вулверхэмптон на выезде играет очень корректно, но последние 2 выезда были на 1 желтую карточку в сумме, поэтому тут тоже можно ждать парочки от гостей. В очных матчах соперники играют очень корректно. Сводное среднее значение по желтым карточкам в этой паре на поле Брентфорда составляет 3.25. Главным арбитром назначен Питер Бэнкс с показателем 4 горчичника за матч. То есть по меркам АПЛ это судья, тяготеющий к верхам, поэтому с учетом всех предыдущих низов здесь можно играть тотал больше 3.5, что очень реально. На 4 желтые карточки здесь команды запросто могут стянуться. Смотрим исход матча. У Брентфорда идет серия из 3 поражений с общим счетом 2-10. Последние 5 матчей пчел отыграли на тотал больше. Дома Брентфорд выиграл 4 матча, последние 2 домашние матча у пчел были на тотал больше и обе забьют «да». Никогда такая серия не продлевалась на третий матч. Вулверхэмптон без поражений в последних 5 матчах, последние 2 игры отыграл на тотал больше. На выезде у Вулверхэмптона 5 побед, при 3 поражениях последние 5 выездов нулевые, 9 из 10 низовые. Матч первого круга выиграл Брентфорд 2-0. В очных матчах на поле пчел у соперников паритет, по 2 победы при 1 ничью, 4 из 5 матчей были результативными, но были они до 2017 года. Учитывая то обстоятельство, что Брентфорд загрузился по самые уши в последних матчах, а Вулверхэмптон израсходовал свои немногочисленные голевые заряды в 2 последних играх, тут все говорит за ничью 1-1 или ниже. Смотрим основные варианты. На ничью дают 3.20, нормальный коэффициент в сложившихся обстоятельствах. В качестве более надежного варианта можно взять 1х за 1.60, так как он имеет выше коэффициент, чем х2. На тотал меньше дают очень низкий 1.58, но здесь все говорит в пользу низового матча. На обе забьют «да» дают очень приличные 2.05, и здесь можно их взять с прицелом на счет 1-1. Подводим итог. На роль ожидаемого варианта здесь идет низовой матч за 1.58, на оптимальный вариант обе забьют «да» за 2.05, доходная, конечно же, ничья за 3.20. Что из предложенного выбрать и выбрать ли что-то вообще, решайте сами. На этом все, дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи, будьте здоровы.